этом этапе мы должны делать объемные занятия, занятия по, не по интенсивности, а по времени, они должны быть значительно больше в этом цикле. На мой взгляд, что сегодняшнее занятие, оно после прилета не очень тяжелое, но достаточно напряженное, так как все на сборах работают, и мы должны. Довольны ли тем, в каком физическом состоянии футболисты вот в данный момент находятся? Ну, сейчас сложно сказать, все-таки это первая тренировка, но мне кажется, в отпуске ребята те задания, которые им дали, они выполняли. Нет игроков с лишним весом. Единственное огорчение – то, что не в общей группе работают еще Пинчинович и Черлука. Травмы прошлого года, они еще не позволяют им полную работу. Вы сформировали задачу на первый сбор, а напутствие какое могли бы дать ребятам? Каждый должен себе задачу поставить. Работать тренировочные занятия изо всех сил. Себя щадить не надо в этом плане, чтобы стать лучше, чем были в прошлом году. Каждый. Тогда будет легче в сезоне.